Всем привет! Приветствую вас на канале о жизни в Польше. И в этом ролике подготовила для вас информацию, что в моем телефоне. Самые удобные приложения, которыми пользуюсь лично я в Польше и не только. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, давно у меня появлялась такая идея показать вам, какими же приложениями я пользуюсь, живя здесь в Польше, что помогает мне в решении различных вопросов. И на самом деле, я думаю, что данный ролик будет полезен очень многим. Подготовила специально вам целый экран приложений, поделила их на группы. Конечно же, сейчас я не говорю вам о более таких стандартных, не знаю, Viber, WhatsApp, Skype, Messenger. Это приложения, которые, не знаю, полезны для общения с родными и близкими. Их в этом ролике не будет. Итак, для начала поделила свои приложения в телефоне на несколько категорий. Билеты и поездки, оплаты, развлечения и проживание. Ну и есть еще категория прочие, в которой вошли приложения, не подходящие ни под одну другую. Начну, наверное, самое интересное, это билеты и проезд. Приложения, которые связаны с транспортом, у меня есть 7. Итак, первое, это e-подружник. Если мне необходимо найти соединение, транспортное соединение между городами в Польше, я всегда использую это приложение, потому что оно совмещает в себе все возможные сервисы и сайты, и фирмы перевозчиков. Просто вбиваешь элементарно город, откуда тебе нужно, куда тебе нужно. Например, сейчас я выбираю Ополе, Вроцлав. Проставляем дату, на которую тебя интересует, и приблизительное время, от которого ты хочешь выехать. Нажимаешь поиск. Приложение у меня на английском. Если у вас существует версия на польском или на русском, то напишите обязательно в комментариях. Но вполне очень понятное приложение, даже если вы не сильно знаете английский язык. И через этот сайт можно даже купить билет, либо посмотреть, кто перевозчик, и перейти непосредственно на сайт перевозчика. Следующее приложение, о котором хочу вам рассказать, это Jak-do-jadę. Приложение очень удобное во многих городах Польши, так как я по своей работе путешествую много. Часто, когда приезжаешь в новый город и тебе нужно воспользоваться общественным транспортом, сложно разобраться быстро в этой системе транспортных узлов. Так вот, это приложение очень классно тем, что когда вы приезжаете в новый город, включаете геолокацию, оно автоматически определяет, в каком вы городе. Приложение подтягивает карту и всю информацию, связанную с транспортом в этом городе. Допустим, вот в Ополе я смотрю, вижу все остановочки, которые мне нужно. И еще очень классный момент именно этого приложения. Будучи однажды в Варшаве, я воспользовалась этим приложением, купив себе билеты. То есть я выбрала место, где я нахожусь, куда мне нужно доехать, оно автоматически показало, сколько займет времени моя дорога и какой лучший билет мне купить. И я просто выбрала в этом приложении, например, вот в Ополе, оно не дает возможности купить билет, но во Вроцлаве или в Варшаве я спокойно покупала билет через это приложение. То есть на самом деле очень удобно. Следующий вариант для поиска билетов – это Wizz Air. Я вообще пользуюсь часто очень этой компанией, услугами этой компании. У нас есть дисконтная карта этой компании. Конечно же, купить сам билет и оформить покупку, забронировать, сделать чек-ин вы можете непосредственно на сайте, зайдя в свой личный кабинет, но приложение удобно тем, что, например, во многих аэропортах вы можете не распечатывать билет, а просто показать скан своего посадочного документа и все. Следующее приложение, которое было особенно в последнюю поездку мне очень удобно, это недавно Укрзалізниця, это железнодорожный перевозчик в Украине. Кто живет в Украине, знаете, что очень часто тяжело купить, особенно в сезон, купить билеты из Киева в какой-либо город. И они выкидывают билеты по мере продажи тех или иных вагонов. И то есть, когда ты хочешь на определенную дату хорошую словить билет, тебе нужно практически постоянно искать, не выкинули ли новые билеты. И вот, в последнюю нашу поездку было именно так. Пока мы были в магазине, я зашла на их приложение, оказалось, что они добавили новый вагон. Я быстренько выбрала нужные места и, имея банковскую карту, смогла в течение 5 или 7 минут сделать покупку билетов. Действительно, очень удобно. Следующее приложение, о котором хочу вам рассказать, это приложение Busfor. В данном приложении можно найти всех перевозчиков, автобусных перевозчиков из Польши в Украину. Может быть, есть и другие какие-нибудь направления, но я как бы пользуюсь именно этим направлением. Очень удобно, потому что по датам ты можешь определять, во сколько идут автобусы, какие автобусы. Выбирается просто город откуда, город куда.
И она тебе показывает всех перевозчиков, которые именно в этот день осуществляют перевозки. Следующее приложение, которым хочу с вами поделиться, реально я его просто обожаю. Открыла для себя его буквально недавно. В начале мая снимала материал на канал города о велосипедах в аренду. Скачала приложение, которое называется NextBike. Данный поставщик услуг есть не только в Польше, но и вообще в целой Европе. Вот посмотрите на карте, то есть везде, где у них есть ихняя система. У нас это называется Apollo Bike. Очень удобно тем, что до 20 минут использование велосипеда бесплатно, а час стоит 2 злотых, что как бы гораздо дешевле, чем городской транспорт. И действительно удобнее, чем на собственном велосипеде кататься, потому что ты можешь просто запланировать свою поездку от одной базы до другой, оставить там велосипед, решить свои дела, перейти в третью и оттуда арендовать велосипед и вернуться. Я очень часто пользуюсь этим приложением. Тут показывается история твоей аренды. Обязательное условие – это твой баланс должен быть не меньше 10 злотых, иначе тебе просто не дадут воспользоваться. В случае каких-то проблем, у меня было такое буквально недавно, что когда я приехала сдавать велосипед, то есть я приехала уже на место, у меня оставалось там что-то 13 или, ну, как бы уже было 15 минут, я начинаю сдавать велосипед, и оказывается, что это становиско, не знаю, не помню, как на русском будет, то есть вот эта вот база, она не работает, то есть у них что-то, какой-то сбой. И будучи как бы в онлайне, я просто позвонила им там с телефона и по телефону смогла сдать велосипед, вложившись в эти 20 минут. Надеюсь, что когда-нибудь, когда мы поедем в другой город, в другую страну, мы сможем тоже воспользоваться услугами этой фирмы. Следующее приложение, которым я пользуюсь в путешествиях, это MyTaxi. Что-то похожее на Uber. Когда я пользовалась такси, там были такие ситуации, что мне нужно было, не было другого выхода, только такси. И я проверяла стоимость поездки. Мне тогда получилось, что в Кракове был MyTaxi дешевле. Они очень часто дают еще какие-то там бонусные деньги на счету. Обязательно на все бонусные программы, которые существуют в приложениях, о которых я вам сейчас рассказываю, я оставлю под этим видео. И если вы хотите, вы можете зарегистрироваться по моей реферальной ссылке и получить бонусы на первые поездки, на первые какие-то приключения. Здесь определяется твоя геолокация, ты ищешь поблизости автомобиля. Единственное, в чем может быть неудобство, например, в нашем городе этого приложения нет, и Uber тоже, поэтому приходится пользоваться обычным такси. Но вот в больших городах, в Кракове, в Варшаве, во Вроцлаве это приложение работает. Теперь закончили наш раздел о билетах и поездках и переходим к финансовой теме. Я уже тоже в одном из своих видео рассказывала вам о приложении SkyCash, где с помощью приложения, например, в нашем городе мы можем покупать билеты, то есть не у водителя, не в кассах, не в магазинах, а именно через приложение. Единственный нюанс, должен быть положительный баланс, то есть должны деньги быть на счету. И вот тут можно покупать билеты на паркинг, в кино, на самолет, на поезда, на Регио, Интерсити. В общем, здесь есть целая куча разных фирм, которые сотрудничают с данным приложением. Если мы уже начали говорить о финансах, следующее приложение, о котором я хочу вам рассказать, это банковские, то есть мобильный банкинг. Неважно, в каком банке у вас подписан договор, с каким банком вы сотрудничаете, у каждого банка есть свои мобильные приложения, которые действительно очень упрощают жизнь, если вы находитесь где-то в дороге, если у вас нет доступа к компьютеру. Обязательно узнайте, в вашем банке существует ли приложение мобильное, установите и пользуйтесь, потому что это очень удобно. Последнее приложение из финансовой группы – это приложение TransferGo. Я уже вам неоднократно рассказывала про эту систему, про эту удобную систему денежных переводов, не только удобную, но и выгодную. И буквально недавно ребята придумали новую систему переводов. И благодаря этому, то есть они что-то там поменяли, и благодаря этому с 10 июля TransferGo все переводы на Украину абсолютно бесплатно. Если вам не нужен срочный перевод и у вас есть пару дней в запасе, вы можете свои деньги отправлять совершенно бесплатно. Буквально захожу в систему, выбираю Польша, Украина, и вот если не торопиться, сегодня у нас 16 июля, если не торопиться, я хочу, чтобы в четверг деньги попали на счет получателя, 0 злотых.
Если более там срочно, то, понятное дело, там за это уже придется что-то доплачивать, но все равно очень круто. Ни одна система такого не предлагает. Приложения, которыми я пользуюсь, это такой раздел развлечения. В Польше многие сети используют мобильные приложения для того, чтобы какие-то бонусные программы, бонусные скидки делать. И вот одно из приложений, которым я лично постоянно пользуюсь, это Rossmann. Здесь есть онлайн-карта клиента, накопительная система бонусов, и можно даже какие-то просто продукты, которые вас интересуют, посмотреть в онлайн-приложении. Так что пользуйтесь. Из таких плюшечек от меня, бонусных программок, это... Из развлечений Патефон, приложение, которое я открыла для себя совершенно недавно. Очень крутое приложение аудиокниг на разные темы, в разных категориях. Это единственный, может быть, минус в какой-то степени, что онлайн, ну как бы книги нужно слушать только онлайн. Должен быть хороший интернет. А в поездах, к сожалению, часто пропадает связь и невозможно слушать. Но можно за небольшую оплату скачать себе книгу, если вы хотите. Есть месячная подписка, а если вы хотите слушать это бесплатно, просто периодически включается реклама, которую нужно просмотреть там от 5 до 30 секунд. Но реально очень крутая подборка, очень удобное и понятное приложение. Поэтому, если вы любитель аудиокниг и вы часто их слушаете, часто их используете, рекомендую. И из последних приложений развлечений в моем телефоне это Кликополе. Ребята, которые живут в Аполе или планируют посетить этот город туристически, рекомендую, потому что в этом приложении вы найдете все мероприятия, которые происходят в Аполе, все выставки, все концерты, все встречи, марафоны, фестивали, короче, в общем, все абсолютно. По датам, краткая информация о том, что вас ждет. Наверняка в разных городах Польши существуют похожие приложения, 100%, потому что приложение сейчас это настолько удобно. И последнее приложение это Spotify. Это приложение музыкальное, где вы можете слушать разных авторов. Есть платные альбомы, а есть бесплатные альбомы, только прослушивая, например, там рекламу, либо просто покупать абонемент. Тоже очень удобное приложение, особенно когда, например, мы отдыхаем с друзьями и хочется какую-то легкую фоновую музычку включить, то я нахожу здесь какой-нибудь бесплатный плейлист и включаю, просто периодически прослушиваем рекламу, и все. Конечно же, какое путешествие без комфорта? Следующая моя группа – это жилье. Какими же приложениями я пользуюсь, когда мне необходимо найти ночлег? Самое распространенное – это Booking.com. Конечно же, под своим видео я вам оставлю реферальную ссылку, и за первое путешествие вы получаете бонус, и я тоже. Так что, если хотите, прошу. Из плюсов данного приложения, что если вы часто пользуетесь услугами этого приложения, если вы часто бронируете и осуществляете проживание в гостиницах и хостелах с этого приложения, то вы получаете со временем такой статус «гениуш», путешественник, и вам дают отдельные какие-то плюшечки, отдельные какие-то бонусы, скидки или супер предложения конкретно для вас. Когда в последний раз мы организовывали путешествие, мы искали гостиницу в Афинах, к сожалению, не было хороших вариантов, и я тогда на одном из форумов нашла рекомендации относительно другого сервиса Airbnb. Давно о нем слышала, всегда боялась попробовать. И вот в это путешествие мы поехали и сняли полностью апартаменты. Знаю, что очень многие ребята пользуются этим сервисом. Нам повезло, у нас попалась очень классная хозяечка. Она направила экскурсию, очень добродушно приняла. Когда мы выбирали себе жилье, я просматривала все возможные отзывы, все возможные рейтинги. И действительно, мы выбрали очень классную квартиру в самом центре и по очень дешевым ценам. И один из плюсов этого сервиса, то, что когда, если вы регистрируетесь через реферальную ссылку, то вы получаете почти 120 злотых бонусов на первую поездку. И потом, конечно, вы оставляете отзыв для хозяина квартиры, а хозяин квартиры оставляет отзыв вам, как гостю. Так что очень классно. Общение в основном у нас происходило на английском, но вполне скудных знаний туристических хватает, чтобы хорошо себя чувствовать и осуществлять прекрасные поездки. Продолжая тему путешествий, еще одно очень важное приложение, без которого не обходится ни одна моя поездка. Итак, это Maps.me. Это офлайн-карты. Важным плюсом есть то, что если вы едете за границу и вы знаете, что у вас не будет интернета при себе, будучи в отеле или в
квартире, у себя дома, когда у вас есть доступ к интернету, вы можете закачать себе офлайн-карту того города или того места, где вы собираетесь провести время. Там можно определять какие-то достопримечательности, отмечать метки своих отелей, прописывать маршруты, искать гостиницы, искать ресторанчики. То есть реально очень удобное приложение. И оно на русском. Для меня это иногда очень удобно. Вы можете прописывать здесь адрес, куда вам необходимо попасть, и оно будет прокладывать вам маршрут, как лучше туда попасть. Чаще всего в последнее время я использую интернет в своих путешествиях, потому что большинство операторов мобильной связи, особенно здесь в Польше, они предоставляют какие-то бонусные гигабайты в цене вашего пакета. Например, там в Play это 2 гигабайта в месяц в границах Евросоюза. Конечно, если за границей Евросоюза, это космические деньги, так лучше не использовать, но если вы путешествуете в Польше и в границах Евросоюза, то 2 гигабайта хватает с головой, чтобы наснимать сторис, поискать информацию в интернете, забронировать билеты или решить какие-то свои рабочие вопросы. Из еще одних таких удобных приложений, которые иногда я использую в путешествии, это, конечно же, онлайн-переводчик. Я пользовалась Гуглом и Яндекс, не знаю почему, но мне Яндекс гораздо удобнее. Я просто скачиваю себе языки, которые мне необходимы. Это там польский офлайн-переводчик и английский, то есть то, что наиболее часто ты используешь. Так выглядит приложение в моем телефоне. Я надеюсь, эта информация была для вас полезна и будет для вас полезна в ваших планах, вашей жизни. Если вы пользуетесь какими-то другими приложениями, обязательно оставляйте в комментариях под этим видео. Спасибо вам большое, жду ваших идей на новый контент, на новые ролики. Пишите свои темы, что вам интересно. Хорошего вам лета и до новых встреч! Конечно же, не забудьте подписаться на этот канал, отметить колокольчик, чтобы получить все уведомления о новых роликах, постах или мероприятиях данного канала. Всем пока!